Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем награду, я что-то не понял, меня до Лиги Сёгунов с Лиги Мастеров скинули, что ли? Не понял. Офигеть! Зашибись! Просто взяли и сбросили. Нормально, ребят? Я ведь или там выпендривался, пытался, думал, сейчас мы с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды попадем. Ага, держи карман, шире называется. Просто сбросили. Шлепки несчастные. Ладно, давай по-быренькому тогда попробуем сейчас обратно вернуться. Что это за дела такие? Нифига себе. Пару дней не было, на тебе, получите, распишитесь. Сбросили и все. Даже не спросили, как зовут. Блин, ну ладно, я в Лигу Мастеров сейчас, в принципе, быстренько вернусь, но... тремя звездочками здесь 100% пахнуть даже не будет. Даже рядом не будет стоять. Так, 16-22 вижу. Возьмем Макмана и, например, Рафаэля. Раз, два, три. Макмана, Рафаэля. Угу. Так. Ну что, болотные супостаты, пора вас немножко проучить. Я, наверное, зря так... Нет, нормально. Да ну, кабан, ты чё? Здравствуйте, кабан просто взял свои атаки и не смог его даже пробить. Ну, блин, 12 ступенек пролетели всего лишь. Ну, давай сделаем так. Возьму нам маузеров здесь. Да, маузеров, в принципе, будет тут достаточно. Бывает отыгрывать наших супер слабеньких бойцов, скажем так. Друзья, что-то не могу в Strikeforce зайти. Какая-то ошибка, наверное. Опять что-то сервер там упал. Еще что-нибудь хотел снять серию. Там у меня два новых персонажа на открытие. Ну, видимо, не получится. Ну, починят, может быть, сегодня, завтра. Я не знаю, когда, в ближайшее время. Но вот в данный момент сервера лежат. Так, если я возьму, например, Донни и Бакстера. Нормально. Да, в принципе, должно. Донни и Бакстер имеют две массовые атаки. Донни-то, конечно, имеет послабже атаку, а вот Бакстер с наложением, к тому же, постепенного урона. Да, он раскромсает их сейчас. Насчет Tower Conquest, да, друзья мои, я посмотрел, действительно, серию не ту залил, поэтому хорошо, что в комментариях написали, там, перезалив. Я ее сразу удалил. А получилось в чем дело? Я думаю, почему у меня в списке нет Tower Conquest? Ну, он есть, только старая серия. А потому что, когда вторая рендерилась, видимо, то ли ошибка, то ли еще что-нибудь вышло. Она, короче, не успела зарендериться, и поэтому, как бы, я ее сейчас заново поставил. И, надеюсь, либо сегодня, либо вечером, либо уже завтра она выложится. А ту серию я прикрою, потому что, ну, действительно, бред получается. Зачем два раза выкладывать одну и ту же серию? Слушай, ну мы идем вообще великолепно. Мне бы, конечно, до Лиги Мастеров бы как-нибудь добраться, но, видимо, это не получится. До двух звездочек, скорее всего, да, легко будет у нас, а вот... А дальше будут какие-то, как всегда, проблемы у нас. Так, сотка Лео, я надеюсь, что он сможет все-таки рубануть. Сейчас проверим. Твою налево, блин. А эти 56 уровня, они нифига не... Так, хорош. Ну-ка, удали его с поля, отлично. И вот так вот сделаем. Прекрасно. Смотри, 56 уровня все равно, ребята, разбирают. Ну как, они могут, конечно, нанести урон минимальный, вот. Только за счет этого мы выкрутились тут. Сухими, как говорится, вылезли из воды. Так, а почему 16-23 мне не дают, да? Можно вопрос такой? Где? 17-23, вот оно. Вот оно, ребята. Ну что, берем Кренга тогда здесь. А, тут уже 70-ники пошли. Ну давай, Кунаичи. У нас сколько, интересно, мутагена? Мы ее сегодня сможем прапать на соточку? Или нет? Хотелось бы. Сколько она у нас? Блин, слушай, долго она довольно-таки у нас стоит в прокачке. Ну-ка, давай лучом. Лучом от Кренга. Ну-ка, добьешь? Да, должна, по идее.
прекрасно. Все как надо идет у нас. Погнали дальше тогда. С 61-го мы попадаем на... То есть 10 ступенек у нас в данный момент идет, как сказать, продвижение по 100 ступенек. Слушай, а Майки этот... Не, подожди, так не пойдет. Еще надо быть Рафаэля. Ну, потому что у Микеланджело, сами понимаешь, да? У него атак-то нету массовых. У него одиночные атаки. Ну, уклонение только массовое. А оно нам как бы здесь вообще не нужно. А вот Рафаэльчик, да, Рафаэльчик должен быть хорошим. Почти хорош. Давай уклонение поставим на всякий случай. И сейчас специалисты будет свою пиццайку бросать. Так, это, ну... Ну, хорош, хорош, хорош. Как этот гаденыш успевает два раза-то сходить? Я никак не могу понять. Что у него такая инициатива, что ли? Обалденная. Два раза он первый делает усиление этой команды своей, а потом сразу же еще и бьет. Совсем прибурел парень. Не, давай 17-23, хорош уже. Вот начинается у них, а, вот это вот. Было 17-23, так, Ванька и Слэш. Ванька и Слэш, ну, вдвоем, в принципе, тут... Не, Ваньке-то одного бы не хватило. Да и Слэш тем более, поэтому сейчас посмотрим, как Ванька... А, Слэш хоть первым, посмотрим, как Ванька. Ну, Ванька добьет уже, понятно, с гранатомета-то. Опа! Ребята, а уже не факт. Уже не факт. Ну-ка, давай-ка. Вызывай своих этих. Как он в этой маске ходит, а, Шердер? Как у него там лицо-то не потеет, ё-моё. Да, Кирилл, куда ты-то лезешь? Своей атакой. С дешманской, которая, конечно же, ничего здесь не сделает противникам. Не, в Лигу Мастеров 2 звезды мы все-таки зайдем, ребят. Через буквально 3 поединка. Помнишь игруху Iron Maiden? Там у них, ребята, сегодня было обновление. Там добавили нового бойца, гоблина. Помнишь фильм ужасов, как это там называется, про гоблина? Вот его сейчас туда, в эту игру, воткнули. Я почему-то ее сразу же скачал. Ну, не знаю, видишь, дело в том, что в этой игре, в Iron Maiden, там идет ну, музыка от компании, группа Iron Maiden. Я думаю, все знают, естественно, она под авторскими правами. А играть в нее втихомолочку, ну, блин. Хотя нам, наверное, не привыкать. У нас уже многие игры. Мы Stickwar Legacy играем втихомолочку. Дракономания у нас идет втихомолочку, потому что все эти музыки, которые там звучат, они под авторскими правами. Вот. Поэтому нам, наверное, уже и не привыкать, если честно. Ну что, куда мы? Так, 18 место. Вот, 17-23 есть. Сандра. Ах ты, Сандра, Кассандра. Как думаешь, 80-ником его уложим с тобой, 73-х? Команда, конечно, у нас, я тебе скажу, тут трэш полный. Просто полный трэш. Во-первых, нет хила, это раз. Провокатор... А, вот, подожди, мы с тобой можем вот так вот пробафаться. Фигня какая-то, не баф, если честно. Давай начнем замедление повесить, попробуем. На двоих... Так, он тоже бафает. Ух! Не надо, блин! Все, по-моему, змея корей, ребята, дупляется. Трэш какой-то, блин. Просто трэшня. Ну, это лишний раз говорит о том, что... Подтверждает, как говорится, мои слова, что на одинаковом уровне, даже мы выше их, на сколько там, на 3-4 уровня, это играть бесполезно. Все равно тебя размотают тут. Давай массовую сделаем. Так, ну-ка, поджог. Угу. Добьешь? По степенке она, понятно. Кровотечение повесили, и потом она дупляется. Ну, а змею Карай мы потеряли. И всего лишь 8 ступенек пролетели из-за этого. Нафиг я начал тут, блин, изобретать велосипед. Играли бы по старой схеме, играли бы себе. Нет, вот надо, блин, поэкспериментировать, а.
Опять же, маузеры против 70-х, 72-х, 74-х. Я не знаю, я возьму, конечно, на всякий случай Карайку. Лишь потому, что у него инициатива такая, более-менее еще. И я надеюсь, что маузеры все-таки вырубят здесь у нас этих хилов. Угу. Карайка, добивай. Отлично. Да, я, в принципе, догадывался, что Карайка... Ну, не то, что догадывался, а так и есть, что инициатива хороша, и она сможет их добить. Ну что, наконец-то мы вернулись в Лигу Мастеров. Две звезды, ребята. Возьму Армагона здесь и возьму, наверное, Зека в эту команду. Раз, два, три. Там остается совсем чуть-чуть у нас персонажей. Ну, мы приблизимся к Лиге Мастеров три звезды. Будет, наверное, там где-то позиция, я думаю, 50-я. Вот. И завтра уже можно будет, в принципе, взять топ. Если, опять же, не скинут куда-нибудь. А я надеюсь, что не скинут. Так, с 90-го мы переходим на 89-е. И, ну, уже, наверное, можно было бы давать, в принципе, 17-24. Хотя у них есть какие-то сомнения по моему поводу, да? То, что пару раз там... Не пару раз, а один раз всего лишь, ребят, я профукал здесь. После того, как мы прокачаем Эйприл, я думаю, что, ребят, мы, наверное, либо Донни, либо Алапекс. Я вот не знаю, кого лучше все-таки качать. Ну, Донни ролевого нужно будет, мне кажется, добить все-таки. Чтобы он хотя бы у нас принимал участие в баталиях. А то у нас много очень платиновых персонажей. Мы, конечно, не распаляемся на всех и не пытаемся их всех прокачать разом. Мы берем одного персонажа и его, как говорится, доводим до ума. А уже после того, как прокачается он, мы берем следующего. И вот таким вот макаром потихонечку, так сказать, не спеша, мы с тобой доводим дело до конца. Так, мне кажется, намного эффективнее, чем когда у тебя будет, блин, 10 персонажей 75 или 80 уровня. Или когда у тебя будет 5 или 4 персонажа платинового ранга на сотку. Есть разница, по-моему, ощутимая. Потому что там приходится откатывать сколько? 5 персонажей, а в нашем случае всего лишь 2. Ну, я имею в виду топ прокачанных бойцов. Так, 68 место. О, блин, подожди, там было, ребята, 17-24. Я видел. Ну вот, все, блин. Упустил, блин, вспышку называется. Ну да. Теперь ни два, ни полтора. Черт подери. Теперь не выбьешь. Во. Все-таки урвал. Урвал я этот момент. Раз, два, три. Сколько у нас тут? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще три поединка. Но все равно не хватит, чтобы в Лигу Мастеров перейти три звезды. Но приблизимся. Как я уже ранее говорил, будет очень даже близко. Даже, наверное, не 50-е, а может быть 40-е, может даже 30-й ранг. Где-то в этих диапазонах должно быть. Так, сейчас будет 58-я, по идее. Ну да, 58-я минус 30. Опять за свое. Опять за свое, ну... Маузера возьму и Армагона. Раз, два, три. Так. У нас там ежедневное событие же, по-моему. Ой, еженедельное событие еще, по-моему, сегодня открылось. Сегодня же пятница, да, получается у нас. Подожди, точно пятница? Так, смотрим. Сегодня у нас... Да, сегодня пятница, 15 число. Пятница. Суббота. Суббота, воскресенье на работу, блин. Воскресенье на работу. Ну, одно радует, что это воскресенье. Воскресенье, понедельник работаем. Потом вторник отдыхаем. Среда, четверг, крайняя смена. Все, ребята, я в отпуск. В
отпуск. Иду на 55 дней. Прям какая-то благодать. 55 дней. Не надо никуда рано вставать. Благодать. Никуда ехать не надо. Просто дома. В лучшем случае дома. Если никуда не поедут, то дома, да. Так-то, конечно, бы сменить обстановку очень бы хотелось, ребят. Потому что тут отдых — это не отдых. Все хмурое, серое. Сейчас снег пойдет, мухи полетят такие белые, наводящую тоску, какую-то апатию. Так, ну что, давай. Я так понимаю, сейчас у нас будет последний бой. Да, ровненько мы уложились. Последний бой на арене. Давай-ка мы сейчас по Шурику разберем. Посмотрим, сколько у нас мутагена. И сделаем ежедневки и посмотрим, что у нас там. А может быть, даже сразу посмотрим, что по событию. Какие элементы будем фармить. Так, я думаю, ракет достаточно здесь будет. Прекрасно. Прекрасно. Ну, я тебе говорил, где-то 30-й вот в этих диапазонах, ребят. Так оно, в принципе, и получилось. Турнирная арена. Подожди, какая турнирная арена? Вот. И на сплинтер не пойду, а вот это, ребята, я, пожалуй, побомблю. Тут даже можно, наверное, сделать вот так. Оно будет как бы получше. Все персонажи имеют массовую атаку, 3 волны. То есть я могу каждому по волне влепить. И будет здесь пройдено все. Нам еще же 10 тысяч мутагена не хватало, чтобы прокачать у Донателло скилл. Ладно, сейчас посмотрим, что нам там, скилл прокачать. Не, я, конечно, если нам хватит на прокачку нынче на сотку, я, естественно, буду туда тратить мутаген. А уже если не будет хватать, тогда будем прокачивать скилл Донателло. Так, а если пулеметную дробь? Все, выпустили. Боксов так висит, да, ребят? Ну, металл такой отражается. Так, снаряжение черепашки и... Подожди. Поехали. Блин, не то нажал. Так, ну что, нам нужно эксперта, ребят, снаряжение. Силовая ячейка Крэнка, которую я недавно пыхтел, собирал. Это настольная игра. Так, ну вот, сейчас должно, ребят, выпасть. Есть. Подожди, куда ты идешь? Второй... Блин, а мы только с тобой второй эпизод... Ну, понятно, у нас энергии хватает только, чтобы его пройти, по ходу дела. Ну давай. Очканем сюда. 80 уровень. Упал. Но здесь они 80 уровня, ребят, но они по факту, мне кажется, намного слабее. Потому что мы их тут разбираем. На арене не сравнится. Которая на арене выпадает 80 уровень. А на арене таких и нет. Но если бы были бы, я думаю, мои бы сотки бы там пыхтели бы. Будь здоров. На разборке бы. Так, волна. Знаете, вам пирожок с изюмом. Я только не помню, мы потратили все-таки 8 энергии или у нас еще осталось 8 энергии? Да, мы потратили, ребят. Ну что там по мутагену у нас получается? Давай смотреть. 45 тысяч нам хватает, ребята, эпилку нынче прокачать до 100 уровня. И еще 14 остается. То есть мы еще и Донателло сможем прокачать ему скилл. Вот он, 10 тысяч мутагенов уже было. Так, погнали дальше. Значит, нам... Ой, чё так дофига? 20 комиксов, 18 ноутбуков. Блин, сфига ли? 12 этих слизей защитных очков. Офигеть, они выпадают-то еле-еле. Мне придется, наверное, всю пиццу здесь, ребят, полностью, без остатка потратить. И то я не насобираю. Не-а. Так, нам надо еще здесь же 3. На харде.
Харди Куин. Так, ну сейчас добьем. Добьем всю пиццу и все, ребят. Что-то нам не хватило, что ли, по ходу дела? Или что? По ежедневке посмотрим. А, мы... не открыли того, сейчас открою. Здесь все сделали. А, еще и серию... еще и серию испытаний забыли пройти. Думаю, что не кто-то. Вот так вот сделаем. Еще серию испытаний. Ну да, конечно. Про нее-то как... как можно про нее, ребят, было забыть? Сделаем так, сделаем вот так. Нате. Жук не упал, а? Выстоял. Ну давай, Макман, жги. Маузер добиваем. Ну что, серия испытаний у нас пройдена, получается, и забираем здесь. Так, и, соответственно, открываем колоду. Вот таким вот образом. Ну что, друзья мои, вот как-то так на сегодня. Я думаю, что неплохо. Завтра, я надеюсь, мы все-таки уже в Лиге Мастеров 3 звезды, в топчике будем. Будет там топтаться. Как раз задел на выходные, точнее на рабочей смены, чтобы в понедельник уже быть во всеоружии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.